Yes, I think so. It's infantry. You can stay in 30 seconds. Let's go. He got no reinforces, so seems he's offline. Offline or where you showed? Some guys came to reinforce. Oh my god, somebody sent late. Okay, check his Checking gear. Check his gear, please. Be ready to cancel. This mini shoot of his car. I'm waiting for that. Это не реклама. Я даже не был в курсе, что ты в прошлый раз сделал рекламу гильдии TMX. Удачного стрима и спасибо, что сдержал слово. Не переодевается. Окей, he dropped a lot. So we need to start next wave with the leader. Did he just shield? No. No. Guys, XRX, XRX, WD1, every player does not need to scout. We have two players scouting, that's enough. We don't need to scout 100 times. Сообщите, пожалуйста, своей гильдии, чтобы цель не разведывали. Okay, guys. People are gonna start porting. Okay, we will do four cavalry rally. XIX, NPS, GBM, A2R. We have to kill all his infantry. All others, please, do ranged. Все остальные сделайте луками. Okay, go. For cavalry, 20 seconds. I'll carpet in right away, so go fast. Count. Для луков выберите 25-27 секунд. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, go. Try to use for cavalry 20 seconds. For range 25. Для луков 25 секунд, для кавы 20. Отличная цель, мы и без лидеров пронесли. Было 49, стало 40 миллионов войск. То есть мы девятку снесли без лидеров кавалерийскими сборами, это 2 плюс Т4. И сейчас делаем сборы с лидерами, чтобы его поджечь. Я постараюсь зайти сразу после там третьего или четвертого кавалерийского сбора, чтобы зайти чисто в каву и получить невероятно крутой отчет. Вот, попробуем попасть в нужный тайминг вот, для контента. Ну а товарищ явно не в сети. Шмот он не поменял, просел очень сильно. Фаланга тоже не сменилась. Ну и явно по киллам мы видим, что это фермер. Фермер из гильдии Дуноль. Он китаец. Сейчас китайцы спят. Видите, он не ожидал нашей сегодняшней миграции в этот гос. А мы мигрировали вот буквально за 15 минут до начала этого стрима. Организовали ралли-пати. У нас тут, вот кто не знает, еще 10 одновременных сборов. 10, может быть, 9. Там какая-то гильдия вроде бы не присоединилась. Так, что у нас? 2 минуты до выхода сборов. Перед нами, возможно, ударит гильдия 69. Хотя у них тут таймер висит, то есть они выжидают благоприятного момента, чтобы залететь, возможно, последними, забрать красивый отчет каким-нибудь пехотным сбором. Но нам нужно как-то этому воспрепятствовать. Будем стараться. Что у нас тут по вестнику? Давайте глянем. Нэш залетел на минус 2 миллиона войск, я, наверное, даже и 500 тысяч не пронес. Вот Туман как-то не очень влетел. Бейзил, слушайте, я и залетел первым, пронес, ну, лямчик почти, да? Почти лям, это мой сбор без фамов, я думал, будет гораздо хуже. Бейзил на минус 2 залетел, но там почти лям 800. 3600, 4500, вот как-то так. Залетали все первой волной кавалерийскими сборами без лидера. Так, возвращаюсь обратно в Дискорд. Вот сегодня придется разговаривать в основном на английском, потому что у нас в чате большинство ребят это англы нашего союза. Так что, если мы будем говорить на русском, они просто нас не поймут, и мы не сможем быстро координировать наши действия.
And please check his gear. Check gear. Oh. Wow. Oh my That's too late reported. God. No. Nice trap. He changed phalanx to ranged? Yes. Yeah. Oh, seems according to the reports. Yeah. Oh, I got Dryder for the first time. His gear is not very good. Can we open the second wave on him? What do you think? Yes. Yes, let's make him shield. Or make him migrate. Since migrate. Okay. And he's got about a million more T4 imp. I think we want to have Cav hit first. I can check his phalanx now. If he has no garrison, I can do it. Sorry, just drop call. Let me know when we need to walk. Okay, see, his might drop now. Check. I'm sending cavalry. If he drop nothing, that means that he is on ranged. Or he is, has a garrison. Let me see. 239. 239. That was garrison. Nothing. No, it wasn't garrison. It wasn't garrison. So it's ranged phalanx. He's on ranged. So we need end first. He's ranged and infantry have to hit first. Okay. Is everybody ready? Anybody not ready? Okay, let's count it together. Okay, 5, 4, 3, 2, 1, go! Xerix, у меня ковров нет на короле, пожалуйста, пробейте ковры. О, big drop, very big drop after this rally. We carpeted, so... Давай. We already hit. Info, fast. Don't let him heal a lot of times. Info, come on, guys, hit those carpets. Yeah, I hit with cavalry. I hit with cavalry. Inf is too slow. Range. Yeah. Why inf not speeding? Oh, where is our rallies? He lost about 100 million might more. He's losing T4 now. 1, 2, 3, 4, 5. We had only 5. If we had hit the infantry first, we would have burned him. Of course. Of course. Yeah. I don't know. How much troops left? Yeah, we would burn him if cavalry hit the last. I am sure that he lost all the ranged in the front line. Он очень много потерял. Такое ощущение, что он на ферм Талах принимал эти все сборы. Потому что так обычно не просаживаются, принимая с лидером на военном шмоте. От изначальной силы он потерял 300. У него изначально было 1649. He migrated, right? He migrated. Okay. He migrated. It's okay. Right? В итоге наша цель мигрировала в 648-е королевство к своим союзникам-КВшникам, но почему-то из своей гильдии он выходить не стал, так и остался в гильдии до 0, в чем очень сильно просчитался. Там до него, конечно, никто дозвониться не мог. И я воспользовался ситуацией, написал своим бывшим союзникам, ребятам из М44, в частности Диди, глава гильдии БСЕ, чтобы они попробовали нас спасти. И они согласились, пошли на риск, дождались вечера следующего дня и собрали двойничок.
Риск был абсолютно оправдан, второй сбор поджигает, оба сбора были из кавалерии, первый пронес больше 100 миллионов силы, но растворился, и второй сбор пробивает, они получают красивый отчет, и сейчас осталось только добить остатки. Противник так и не проснулся, он спал прям до конца обнуления, потом все же до него дозвонились, видимо, ребята стали спамить в дипку, и кто-то там откликнулся и стал уже экстренно вызванивать, но они не успели. Полностью его зачистили, добрали, ну, где-то примерно 12 миллионов Т-4 войск. Огромнейшие цифры, вот самый красивый отчет, на минус 166 миллионов силы, это был стрелковый сбор, зашедший в остатки кавалерии Т-4 класса. И теперь там остаются только 3 миллиона осадок Т-4, я не знаю вообще зачем он их натренил, но это было, можно сказать, самое вкусное. Практически без потерь залетает последний сбор и проносит еще сотку, забирает лидера. Все, он абсолютно пуст, на этом обнуление закончилось. Вот огромное спасибо ребятам, что согласились помочь, и они, конечно же, не пожалели. Повезло, чел был на полной ферме, на пехотной фаланге, звезды все сошлись. Ну а на этом у меня все, всем спасибо за просмотр. Если ролик вам понравился, то не забудьте поставить лайк, подписаться на канал, написать свой комментарий. Всем удачи и всем пока!